Всем еще раз добрый день. Мы общаемся с журналистом, европейский журналист агентства новостей Александр Токер. Он познакомился с нами, познакомился с нашими лошадьми. Как ваше мнение, что вы увидели, как вы относитесь? Мнение такое, что это великолепные животные, которые должны быть представлены в том числе в Европе. В Европе, к сожалению, сейчас их немного знают. И хотелось бы, конечно, чтобы кроме выставки в России, эта команда людей и лошадей попала, например, на Эквитана, Эквитан Open Air, для того, чтобы ее увидели, познакомились, оценили люди, которые живут в Европе, люди, которые приезжают на Эквитану. Это и Америка, и Австралия, и Австрия, то есть очень многие страны. Эти животные действительно достойны этого, и я думаю, что они вызовут серьезный интерес у европейского зрителя и любителей коней и конного спорта. Спасибо. Спасибо большое вам. Спасибо. По возможности воспользоваться вашим приглашением. В свою очередь мы вам благодарны за отношение к нам, за то, что проявили интерес к кабардинской породе лошадей. В Германии, кстати, есть клуб любителей кабардинской породы. У нас будет презентация в 16:15. В этом фильме и будет сайт, ссылка. Можете дома у себя уже с ними познакомиться. И приглашаем в ряды любителей кабардинской породы. Спасибо большое вам.